тебе сказать. Чё, как? Как одной Карина? Почему тебя не было? Я знаю, наверное, почему. Нет, я правда это. Мы сегодня так увиделись. Я тебя когда-нибудь закажу за то, что ты ее обижаешь. Никто ее не обижает, она сама себя обижает. Ладно, давай. Давай, пока. Пока. Это была реакция подруги Карины на то, что она увидела нас, да, и то, что мы, она нас встретила, и она такая, чё? Кого? Вот, почему вы? И она такая идет, и ты её даже не видишь, она такая, чё, она же до речи потеряла, когда тебе говорила. Я, знаешь, теперь нас сравниваю с этими, Саша, Таня. А, да. К нам вот сейчас уже несколько людей подходили и просто узнавали, смотрели просто на нас. Просто вот идём, да. Допустим, и там сзади, Андрей. Да-да-да, одна подруга там другую, это же они. Вот, одни узнали, что на обложку ВПШ снимались. Вот. Стой. Короче, вот, за нашу часовую прогулку мы встретили уже несколько людей, которые поболтали с нами, удивились мы нашему. Не да, то, что мы вообще вместе идем, но мы пока еще на стадии. О! Давайте, фотографируйтесь с нами, привет. В общем, мы зашли к Руслану, да, в заведение. Смотри, какие у меня мешки под глазами. О, смотри, я так не видно. О, блин, только что был мешок под глазом. В общем, мы зашли к Руслану, да. И пропал. Да ладно, да быть. Вот, смотри, сейчас опять. Да ладно, блин. Короче, мы пришли к Руслану в заведение. А, сейчас будем пиццу кушать. Карина, что произошло? Он меня охмутал. Такое же было. Да. Короче, я записался на удаление мешков под глазами. Потому что вот я его снимаю, видимо, мне не нравится, он висит прям. В Кайгуль я записался, и она мне сделает. Как тебе такие новости? Круто. Круто? У тебя, смотри, какие круги под глазами, не будет таких, вот если ты сходишь тоже сам. Карина хвастается новой песней, которая нравится. С кем я встречаюсь? Карина, как кондуктор может быть уличный? Утро, утро, ты уличный кондуктор, ты уличный кондуктор. Биточек отбивай. Уличный кондуктор. Сегодня мы делаем коктейль для Андрея Шалашникова. Шалашникова. Спасибо, друзья. Шалашников. Мы тебя любим. Шалашников. Просто хочешь? Я могу помыть посуду за 3 секунды. Давай быстрее жуй, я бухну. Кто там? Опа. Да то можно не сбивать. Артур отчитывает Карину за ее инстаграм. Никогда в жизни такого не ты чё? Я серьезно его. Вот все, она поняла. Артур ругал Карину за то, что она в инстаграм. А почему ты его не ругаешь? Это мой друг. За то, что он с другими девушками. С какими я вот был? Вот с кем-то я был? Ни разу не видел. А? Вот. Я видела. Андрей с бабами? Никого? Какими бабами? Я с Нариманом встречался все это время. Вы что, охуели, блин? У нас даже видос есть, где они сосутся. А я тебе потом покажу. Новую квартиру купил, вот, показываю ребятам. Карина, ты рада, что у нас новая квартира? Конечно. Я у тебя молодец, да? Конечно. Нариман, вот друга привели, третьим сейчас будет. Вот смотри, у нас лифт, короче, вот здесь такой классный, тут, кстати, этот, музыка иногда играет так. Открываем. Так, вот мы приехали. Тут вообще очень пол такой классный. Так, вот этот ключ видишь. Сейчас пожалуйста свою хорону. Так это старый хвалец получил. Понял. Не смотри мне, как пол сильно светится. Вообще я вот убирался как раз, думал, пацаны приедут, чтобы чисто красиво было. Вот так вот живу. Ой, так бликует прикольно. Че, Карин, как тебе новая квартира? Классно? Камин, смотри, есть. Классно, да? Да, вообще круто, топчик. Вот кухня, короче, тут барная стойка, попросил хорошую поставить. Вот эта плита, короче, она даже никак не держится. В общем, вот, новая квартира, теперь будем жить здесь. Вот цветочек. Здесь будем мы снимать Brothers, Татар-Разерс. Вот, здесь, в общем, у меня...
ванна, душевая кабина, сауна есть. С Кариной надо здесь видео снять. Нариман, тебе нравится мне дом? Охуенный дом у тебя. Вот. Там вторая еще есть. Да, сейчас покажу вам вторую ванну. Вторая, короче, ванная. Здесь джакузи. Вообще шикарная, вообще глубокая такое. Да, покажу вам зал и комнату переговоров. Да, ты будешь моим этим, блядь, как это называется? Дворецкий. Дворецкий, вот здесь свет. Да, вот здесь вот комната, значит, отдыха. Здесь вот деловые переговоры, такие стульчики заказал, вообще классные, красивые. Вот, вообще. И вот здесь я себе организовал небольшой склад алкоголя. Вот такое шикарное XO, Hennessy. Всем привет, ребят, это наш новый день. Сзади едет Карина, мы катаемся на великах. Замечательный закат нас сопровождает. В общем, что, я решил снимать теперь ролики на GoPro по-старому. Потому что качество, вы ругаетесь на качество, я это все понимаю, но на телефон снимать очень удобно. Вот, в общем, мы взяли велики на прокат. Все классно, Карина уже умирает, не может доехать. И сейчас мы остановимся где-нибудь покушать, наверное, и возьмем вас с собой. Все, мы наконец-таки избавились от великов, у нас болят задницы. Что ты делаешь? Ну иди со мной. В смысле тебя поснимать? Руку свою грязную поцеловал. Я рассказывать начал вообще-то. Мы наконец-то избавились от великов. Очень сильно устали, капец, какие голодные. Нас пригласили в одно прикольное заведение. Пошли вот внизу? Не хочу. Здесь пыльно. Ну что? Нас пригласили в одно заведение. Третий раз пытаюсь это снять. Делают они там вкусные стейки. Недавно открылись. Если ты из Казани, это на Пушкина... Это на Пушкина. Стейк-офф. Сейчас подойдем туда, я покажу, короче, где это. И я вам скажу, как там еда. Я хотел вам сказать, что когда я купил свою первую камеру, GoPro 4 Black Edition, снимать начал свой влог, это было вот в этом парке. И когда я только купил ее, прям вот, ну, направить ее в себя и что-то... На себя и что-то говорить для меня было так дико. На меня смотрели люди, там на скамеечках сидели. Я так стремался, я сразу выключал. Типа я там, ну, что-то проверяю, там, я не знаю, какой-то вид делал. Нет, конечно, может быть, людям вообще было пофиг на меня, но меня дико стесняло, я... Я не думаю, что людям было пофиг на тебя. Ну да, ладно. Потом, когда я уже поехал в Германию, и в Германии я приучил себя вот так вот держать и разговаривать, мне уже комфортно было. Но вернувшись назад в Россию, опять вот даже сейчас проходили какие-то ребята мимо, я такой думаю, блин, сейчас они пройдут, а потом я сниму. В общем, я еще не переборол до конца это стеснение. Хотя в Москве, когда я ездил с ребятами, я снимал, не стеснялся ничего. А в Казани идешь, в Казани немножко в этом плане еще... Все, мы пришли, это вот кольцо, получается, и вот здесь вот это место. Все же пахнет вкусно. Привет. Буду очень много есть. Мы катались на великах 3 часа, и мы очень хотим кушать. Давай, расскажи. Про бургерную свою. Ну, это не моя. Ну, про свое дело расскажи, что ты любишь. Ну, готовить. Давно ты готовишь? 7 лет. 7 лет? С душой или с душком? С душой. С любовью. Нам принесли наконец-то поесть. Вот так это все дело выглядит. Тут говорят, рядышком откройте Black Star Burger, но туда не ходите. Ходите сюда. Вот. Что там внутри? Что-то вкусное. Сейчас попробуем, я вам скажу. Что, удобно? Салфетки. Не знаю. Ну, не как в Макдональдсе точно, и очень мне даже нравится. Свежее, да, такое. Прикольно. Плюс я еще очень сильно голодный, для меня сейчас вообще все вкусно. Нет, это реально вкусно. Ну да, мне тоже нравится. Шашлык, вот я не еду на шашлыки, шашлык, Балочки. Ты волосы свои теперь у тебя в луке. Пахнет, выглядит очень вкусно. Да. Наконец-то этот день закончился, мы покушали, довольные абсолютно. Карина соскучилась по котенку, давно его не видела. Хочет посмотреть, поиграться с ним. Больше я не живу с Андреем. Да, и Карина еще со мной больше не живет. И в ближайшее время вряд ли будет жить. Поэтому я пока холостяк. Если ты смотришь это видео... Смотри, холостяк.
Записывай номер. Встретили водителя, который смотрит нас на ютубе. Йоу, нигеры. Всем пиз. Классно. Уже в течение 2 дней, пока хорошая погода, очень много людей встречаем, которые смотрят на ютубе. Несмотря на маленькое количество просмотров и на маленькое количество подписчиков. То есть вообще классно. Я не знаю, от чего это зависит. Вот. Нам приятно. А сам кого еще смотришь? Хача. Ну, Хача все смотрят, по-моему. Больше никого. Это сейчас как... Автоблогеров, то Калны и Левы, и все. А меня как нашел? Ну, через контакт. Через контакт, да? Да, мы с тобой в друзьях контакте. А, ну вот. Сейчас я попробую найти Карину. Карин, ты где? Теперь выбраться не может. В тюлях, что ли? Все, вставай. Я решил снимать каждый раз, когда Карина ест. Зачем ты читаешь, что ты ешь? Давай. Ой, а что здесь, нельзя прибавлять? Потому что мне это нравится. Да? У меня есть инструкция для такой из 90. Тебе стоит заценить. Ой, туда не буду отпускать камеру. Фейерверки! Посмотрите, боже мой! Там фейерверки! Вы уже, гляньте, остановитесь!